Чудотворная икона Божией Матери Призрина Смирения прибудет в Уссурийск. Святыня разместится в Покровском храме с 17 по 20 марта. Образ представляет собой копию иконы Богородицы. Сам оригинал был утерян, возможно, сгорел в результате пожара в одном из киевских монастырей. Но сохранились немногочисленные дубликаты шедевра. Икона, которая скоро прибудет в Уссурийск, по словам священнослужителей, способна исцелять людей. В первую очередь нужно попросить смирения и любви, которой так не хватает нам. Вот. Но и об исцелении, конечно же, врачи не всесильны, помощи. Мы видим множество таких болезней, которые просто неизлечимы. И последняя, так сказать, инстанция, куда может обратиться человек, это Бог. Вот в данном случае Божья Матерь является заступницей и ходатайцей людского рода пред Богом.